И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима с Димом Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в GTA 5. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Сегодня будем беспредельничать, веселиться, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы с Димоном едем на Old Beach, старый пляж. Димон, как тебе вообще мой танец? Нормально я танцую? Да, мне нравится. Но это еще не все, что я могу. Я могу лучше, смотри. Вот так могу. Короче, Димон, на карте есть метка, едем туда. Не, я метку поставил уже. Так, сегодня я вам покажу... Тихо, Димончик. От Димончика. Ты псих какой-то, я боюсь с тобой ездить. Нормально, я водила. Как первый поворот для вас, я сразу врезаю. Не-не-не, ты сможешь. Ой, я не хотел. Да ладно, Дима, все равно у меня тачка... Ой, я могу по красоте, смотри, что делать. Чувак врезался там. Смотри, чтобы они в нас потом не... Ух, ты видел авария жестокая? Они встали туда. Тихо. Я же сказал, как первый кто поворот. Кто там? Кто такой жесткий? Так. Димас, как знаешь, по трассе вот так вот в реальной жизни поворачиваешь. Да не. Я бы не хотел, чтобы ты был за рулем, честно скажу. Что-то я сыкаю. Нормально, наваливаем. Тихо. Дима, новая тачка. Ух, как ты так сделал? Старая, ей уже 5 минут. Но... Без 5 минут разбивания сейчас будет. GTA 5 долго тачки не живут. Смотри. Там кто-то за нами увязался, какие-то копы. Ну, мы нормально наваливаем. У-ху-ху-ху, вот это дрифт ты дал, красавчик. Ну, умею иногда. А я думал, ты не умеешь. Видишь, не умеешь. Вот это мы психи. Просто все разломал. Вообще жесткий ты мужик. Смотри, как колесо обозрения красиво выглядит, да? Офигенно. Чё-то копов нету, оторвались, в принципе? Да. Ух ты, выдаешь. Так, ждем сейчас. Вообще? Будет утро, и они придут, там будут качаться. Мы с качками будем заниматься спортом. Покажем, кто из нас кто. Давай, Димончик. В принципе, неплохо наваливаешь. А вот тут мы застрянем. Нет. О, Димон, стой, моя мечта. Давай. Это что за тачка, Бугатти? Женщина, я вам верну эту машину, подождите. Это Бугатти, Дима, сточила? Не знаю. Инферно написано. Это бомба, да? Тачка, мне очень нравится. Точилка. Так. Вот, ребята, мы в ночном. Как оно, Лос-Анджелес, да, называется? Лос-Сантос. Ну, взяли, да, с оригинала тут есть, короче, достопримечательности. Да, тут оригинал прям есть, вот в реальной жизни, ребята. То есть... Ты так говоришь, как будто ты был. А ничего, вот этот чувак, видишь, который курит, он будет нам возвращать это все. Так, давай, короче, тут где-то чувак должен мне денег отдать, сейчас мы его найдем. А, да? Чувак. Вот она. А, нет, Димон, это не она. Да не, просто похоже, она вроде в юбке будет стоять. Сейчас. Можем, кстати, маски одеть впереди, есть масочная. Не, без масочных будет всяких. Это как масочная, только как закусочная. Вот он. А, нет, Димон, это не он. Вот он. Сейчас, Димончик, он мне денег отдаст. А ну иди сюда. Эй, стой, мужик. Ну ладно. Ты какой-то жестокий. Так, ребята, осталось чуть-чуть, и будут качки. Тут, Димас, у меня звезда, надо что-то делать с этим. У меня тоже звезда. А кто нас спалил? Здесь вообще не... А кто-то, видно, когда он упал, в воздухе копа вызвал. Нифига. Так бывает же? В заднице телефон, короче. Нормально наваливай, мне нравится. О, прикольно. Кто это, Димас, она у тебя гасит? О, Димас, это каскадерские трюки какие-то. Ну, я люблю GTA 5 за это. О, движок какой-то новый поставил. Так, осталось чуть-чуть, и качки придут. Ну, поехали проверять, может, уже есть. Цилиндров. Димас, я пришел тебе на помощь. А, Димончик, тут жестко. А где ты бластер такой взял, крутецкий? Мужики, я свой. Я просто перепутал вас. У меня патронов мало на бластере. Я, походу... А, Димон. Много выстрелов. Че, кстати, у нас, ребята, хорошо получается. Блин, ну так круто смотрится, как будто это не из GTA 5, а Saints Row какой-то. Нормально. Так, снайпа, офигенно. Ай-яй-яй, кто-то стреляет по мне. Блин, это вертоблет. Я сейчас, я в этого вертухана прицелюсь. Что-то этот челик названивает как специально. Я убил водителя, смотри. Красавчик. Пилота. Смотри, что он... Ай-яй-яй. Ух, с локтища, Димон, смотри, бум. Не, я уже не вижу тебя. Я с кулаками на спецназ.
Правильно, так и надо. Ну чё, кто... Давай тоже ликвидируйся и пойдём пускай, там будет. Я на картофаны сел. О, Дима, знаешь, что будет? Вот встань на крышу. Я тебе покажу, что будет. Давай. Вот ты вот сделал. Нифига себе жестко. Я не ждал, что так отлетишь. Ты у меня прям сальтуху двойную сделал. Я просто стою, мужик. Смотри. Ого, меня втащил. Я эти Джедди восстанцую. А. Ого, хуки прописываю. Не, Димас, ты какой-то беспредельщик. Мы с проверим точность копов, насколько они точные. Они по мне попадают. Ну, Димас, что-то они не очень точные на самом деле. Дима, смотри, я сейчас копа отвлекаю, типа, смотри, иду за ним. И ты его сбиваешь. Видишь? Сработало. Давай. Дима, аккуратней, новый коп был. Новый? Он жирный, ты не можешь теперь выехать. Да ну. Во, нифига себе, он реально жирный. О, жиробас. Еще один. Бум, ого. Вот это он орёт на тебя. Сдаюсь. На. Вот, блин. Убили? Да, убили. Димон, смотри, на чувака разлил чай, меня хочет побить за это. Вот. Оп. Оп. Он не может попасть. Ого. Никмена какого-то сбил, а он за мной бежит теперь. Оверхендушка. На, с локтя. Ух, апперкот. И ногой. Димас, я тут по пляжу гоняю. Вот это я даю. А я тут чуваку просто иду случайно и бью всех. О, качки появились, Димон. Да? Их тут просто куча. Подожди, сейчас я подъеду. Я удираю от копов. Я надеюсь, у меня получится. Блин, увидели. Так, это качок этот виноват. Уго, тут баба здоровая. На, посрача. На. Не вставай. Уго, она крепкая. Вадима, да, у тебя тут копы водятся. Да я качков бью, они здесь качаются. Тут была женщина очень накачанная. А, тут все женщины сегодня. Женщины. Женщины-качки? Да. Знаешь, у них, наверное, по дням может, понял? Или, а, бывает рандомно спамнится. Это вот это, монстр. На, жестко. Вот это вы качки. Конечно. Бум. Бах. Я сейчас буду копов с кулачиной вырубать. На. Я тут одного затоптал. Псих? Хулиган. Все поразбегались, Димон. За мной открыли охоту, но я буду держаться. Промазал. А, мужики, я свой. Не попадете, я супермен. Я видел, как ты обчертил. Супермен, блин. Я сейчас тебя еще и добью. Я хотел втащить. Вот так. Ого, об стенку аж. Пацаны, ну вы дерзкие. Не хочет со мной никто драться вообще. Да. Так, посмотрим, уже новые заспамнились уже игроки. А может на пляж пойдем, там эти есть. Ого, тут копов. Ну, копы вообще, да. Смотри, ребят, какие мужики деловые. Ой, если я буду РПГ ходить возле них. Дима, у меня РПГ, да, тебе РПГ? Дима, сам у меня дробовик, смотри. А ты знаешь, что будет, если ты прицелишься? Смотрите, мужики, у меня РПГ. О, давай встанем на пути, что они будут делать? Будут обходить или толкать будут? А ну, я вот стою на пути у него, что он будет делать? Вот, блин, обходит. Блин, обходит. Придется ему топорик коим дать. Димас, ты видел? Ты мне дал тоже по тыквухе. Нет. Блин, там кто-то стреляет по нам. А, нормально. А. Ух ты. Вот топор ты против говоришь. Дробовика не работает. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ступайте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!